Всем здравствуйте! Сегодня неожиданно для всех стало известно о том, что Алла Пугачева внезапно исчезла. Артистка покинула землю обетованную, где разгорелся серьезный конфликт, но куда именно она отправилась, остается загадкой. В окружении звезды говорили, что певица улетела на Кипр и собирается остаться там надолго, пока ситуация не стабилизируется. Однако точно ли она выбрала новым местом жительства именно эту страну, пока не ясно. Подруга Аллы Борисовны, ее любимая портниха, Любовь Аксенова, создававшая для артистки знаменитые балахоны, рассказала, почему Пугачева не раскрывает своего нынешнего местоположения. Дизайнер считает, что Примадонна поступает совершенно правильно, скрывая свою жизнь от публики. Алла никому и не скажет, где она и как она. И правильно делает. Любителей поживиться на ней очень много. Алла все это понимает, поэтому не афиширует свои действия, заявила Аксенова. Портниха звезды сообщила, что певица по-прежнему не теряет связь с родиной. Хотя и эмигрировала, но продолжает общаться с близкими людьми, оставшимися в России. Это очень узкий круг, старые проверенные друзья, которых певица знает уже много лет. Аксенова сообщила, что в последние дни не разговаривала с Аллой, но от общих друзей знает, что Пугачева очень тоскует за границей. Артистка переживает из-за того, что в свои 74 года живет в чужой стране. По словам Аксеновой, Пугачева хотела бы вернуться в Россию, но вынуждена оставаться в эмиграции из-за детей. Дизайнер считает, что поклонникам Примадонны нужно чаще выражать свою поддержку. По ее мнению, это может изменить решение певицы жить вдали от родины. А вот заслуженная артистка и первый заместитель председателя Комитета Госдумы Елена Дропека высказалась об отъезде Аллы Пугачевой с детьми на Кипр так. Парламентарий сравнила пару с известной субстанцией, которая болтается в проруби. Когда земля обетованная тоже загорелась, снова побежали очередную родину искать. Она полагает, что про таких людей не стоит даже и говорить. Говорить надо о наших достойных и преданных своему делу и родине артистах. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!